В общем, это не относится к теме эфира, это относится просто к клевой теме. Клевая тема, как ОСП Студио. Понимаешь, ОСП Студио — это была реально клевая тема. И что-то я больше не видел никаких таких хороших там телевизионных шоу, в которых можно было бы нормально прожекотанить, да? Ну что, друзья, скоро начнется баттл. Если у вас есть какие-то вопросы, я могу заспойлерить вам какие-то панчи из баттла, если вам это интересно, конечно. Если не интересно, то я могу просто перечислять свои любимые слова. Как вам? Смотрите, мои любимые слова: пузырь, яйцеклетка, риск и филяция. Вот это 4 моих любимых слова. Можете использовать их где, где угодно. Но, пожалуйста, ставьте хэштег «любимое слово Славы КПСС» и используйте это слово, пожалуйста. Я просто за соблюдение авторских прав. Если вы не воришка, как карлик какой-нибудь, то используйте слово и добавляйте хэштег. Ладно, друзья, давайте со всеми с вами Господь. Постарайтесь сегодня вечернюю молитву не пропустить, а я пойду по-настоящему батлить, понимаете? Очень важно сейчас, я сегодня не за свою победу сюда пришел, не за деньги сражаться. Я пришел, чтобы немножечко, да, внести свой вклад в батловую культуру, вот в этот весь батл-рэп, который сейчас находится в не лучших временах. Поэтому я, прежде всего, за хороший батл. Я хочу, чтобы сегодня все ребята показали хороший батл, не забыли текст, не забили на текст и устроили настоящее шоу. Так что, ребята, Бернард Шоу, запомните. До свидания, говнари.